Привет, друзья! Это видео будет видеохваста по поводу дендробиума линдли. С одной стороны хваст, с другой стороны не очень, потому что растение это у меня первое. Оно у меня только что купленное, ну, недавно относительно, да, и это цветение не мое. Ну, то есть покупала я его без цветов, но оно у меня зацвело. Что такое у меня зацвело? Мне его некогда было, я знаю точно, что чтобы оно зацвело, его не нужно было поливать. Я его поливала, но из очень влагоемкого субстрата я его убрала, да. Цветочки не пахнут, как по мне. Ну, милые, симпатичные. Я не скажу, что я фанатка когда-то была дендробиумов. И, в принципе, это дендробиум не исключение. Но поскольку он засухоустойчивый, я думаю, что моим кактусовым растениям должно это понравиться. За несколько месяцев, которые у меня находились, я увидела, что корневая активность идет и ростик новый вырос. Почему вырос? Потому что, ну, полив был, да? Собственно, и все. Это больше для меня такая заметка, чтобы я видела на следующий год, какие будут, что было, с чем сравнивать, да? Что было, что стало. Поскольку я ленивый человек, да? Я орхидею купила и не поспешила ее. То есть я поспешила выдрать ее из мокрого мха. И не стала пересаживать. Зачем? Зачем? Я на нее так посмотрю. Если это сухарь, то он должен выдерживать все. Правильно. То, что бульба сморщена, это нормально. И по кончикам листов это важно. Пробивусь. Ну, тут что-то с ними были, какие-то приключения, почему лист подрезан, да? Аккуратненько подрезан, еще больше подрезать я его не планирую. Корневой активности у него раньше корни сгнившие были, потому что в трухлявом мхе, я это понимаю, и сейчас воздушные. В данном случае субстрат представлял собой пенопласты, камни. Мне этот субстрат понравился, но я его чуть-чуть изменю. Добавлю туда чуть-чуть коры и пеностекла любимого. Ну и все. Доброго всем светлого дня и побольше цветочков. Пока-пока.